Привет, меня зовут Дмитрий Политов. Я занимаюсь на пилоне. Но это на самом деле не очень интересная история. Я просто вдохновился, увидел парня, немецкий акробат Реми Мартин, не очень сейчас популярный. В то время просто по соцсетям бегал ролик, назывался «Бог стриптиза». Вот. Мне просто кто-то прислал, а я посмотрел, думаю, при чем тут стриптиз, думаю, так круто. До пилона я занимался брейком и паркуром. Не было ни тренера, никого, кто бы меня учил, я просто... Мы сами собирались с ребятами в подвалах, там где-то в актовых залах тренировались, занимались брейком. Сами себе были учителя. И паркуром точно так же. Я начал заниматься паркуром после фильма «Ямакаси». Вот. Тогда я не знал, что это называется паркур. Я в день тренируюсь очень много, но не всегда получается. В идеале, конечно, это часов 4-5 часов. Но бывает, что приходишь, и из-за того, что сейчас очень много разных дел, то бывает и час, и этого не хватает. Вот если честно, я понимал, что я не выиграю на «Украина мой талант», потому что есть определенная статистика, которая уже выработана годами. На шоу талантов, в принципе, во всем мире очень-очень редко. Это бывает прям один из тысячи случаев, когда выигрывает цирковой жанр какой-то. В основном это что-то связанное с музыкой, с пением, певцы, музыканты. Вот, поэтому я не рассчитывал, я даже не знал, какой приз в этом году. Так что для меня было самым важным это показать то, что я хотел, и сделать это качественно, потому что на соревнованиях я это тоже делаю, но не всегда всегда на соревнованиях очень плохо снимается видео, то есть презентуется. Когда ты там находишься, да, это круто смотреть вживую, а благодаря «Украина мой талант» можно расширить впечатление, что ли, я не знаю. Все, что я делаю, это либо история из моей жизни, либо мой опыт, либо часть моего состояния вот на тот момент. Так что да, это то, что я делал на «Украина мой талант», это отражало полностью мое состояние на последние, наверное, 2 года. На ближайшее время я бы хотел, конечно, расширить географически локации свой лагерь. Вот сейчас у меня в Турции лагерь есть, и я бы хотел сделать в таких точках, где люди с дальних концов света, которым очень дорого, например, Латинская Америка или, допустим, Австралия, вот им неудобно лететь в Турцию, это дорого, неудобно. И я думал сделать в разных точках мира, чтобы присутствовать и там тоже, чтобы там было снаряжение и все для этого. Никогда, если честно, не возникало мысли бросить заниматься пилоном. Я знаю, что некоторые люди сталкиваются с такой проблемой. Я даже видел посты, как замотивировать себя. А что делать, если пропала мотивация? Как заставить себя заниматься снова? Вот про это вообще у меня свое мнение есть, что если вообще возникает такая мысль, если нужна мотивация, то, наверное, нужно действительно бросить и чем-то другим заниматься. Смотрите, у меня из проектов сейчас все в подвешенном состоянии. Онлайн сейчас показывают меня по российскому каналу СТС, но это было снято еще в октябре. Это был проект «Русский ниндзя». Там я дошел чудом до финала. Было круто, конечно, протестить себя в спортивном плане. Меня пригласили на американское шоу, но я не знаю, как будет дальше, потому что у меня виза закончилась очень давно, и я не знаю, получится ли или нет. Я не знаю, можем говорить, нельзя говорить. Шоу новое, это по типу талантов, только более экстремальное. То есть там акцент не на артистизм и концепцию там номера, например, а больше на экстрим, на грани жизни и смерти, что-то такое, да. Идеи для новых постановок я беру из опыта. Все мои номера, я сейчас пытаюсь вспомнить какие-то, наверное, самые первые мои номера, когда я еще не знал, что и зачем, я просто хотел
продемонстрируйте свой скилл, то я вот брал образ ниндзя, это был мой самый первый образ на соревнованиях, вот. Но это я взял, естественно, из, это как бы, собирательный такой образ, все, что я когда-то читал о ниндзе, слышал, смотрел там, фильмы. А в дальнейшем все свои номера я руководствуюсь только своим жизненным опытом. Обычно на подготовку номера уходит, ну, в среднем где-то 3 месяца. Вот это в среднем. Но у меня были случаи, когда я готовился к чемпионату вот в Австралии, который выиграл в 2018 году. Это чемпионат проводится раз в 2 или в 3 года. Собирается из тех, кто уже выиграл чемпионаты мира, и их вместе ставят. Называется International Pole Championship. Вот. И к нему я готовился почти год, потому что у меня там была просто одна связка, которую я отрабатывал, вот я начал отрабатывать за год до того, как узнал. И когда у меня связка начала получаться, через сколько-то месяцев, я уже начал делать под нее номер. То есть я просто хотел очень эту связку там вставить, и номер потом как-то в голове родился сам собой. А вот последний номер, с которым я выступал на талантах и на чемпионате мира в Италии, это рекордные были сроки для подготовки. Я тогда находился не дома, и у меня не было, ну, и места, и студии, где тренироваться, и я заказал отдельно пилоны для тренировки, и это было за 1,5 недели до начала соревнований. То есть в голове я номер как бы подготавливал уже где-то за месяц, но тренироваться начал за 1,5 недели. И, в принципе, ну, из-за того, что, наверное, он был очень наполнен, подпитан эмоционально, каждое движение имело какую-то суть, смысл. Проще сказать, в каких не выступал. Благодаря пилону, вот с 2014 года, как я начал путешествовать и выступать на соревнованиях, учить классы, я объездил 47 стран. И то это я считал в том году. Ну да, вот где-то такой диапазон. Не везде выступал, по большей части учил мастер-классы. Вот. Но где-то были выступления показательные, в основном для узкого круга людей, это полдэнсеры, то есть либо это соревнования показательные судейские, либо выступательные непосредственно соревновательные программы. Ну, конечно, и ну так и есть, на самом деле, танцы на пилоне. Ну, как, сами танцы, любые танцы, в принципе, если они имеют какой-то эротический подтекст, волны или что-то, какие-то движения, которые используются в стриптизе, они похожи на стриптиз. А танцы на пилоне, именно вот танцы, да, допустим, вот то, что я танцую на пилоне, оно никак не похоже на стриптиз, только, наверное, присутствием, наличием самого шеста, вот. А сами танцы, я думаю, нет. Ну, смотря что делать, можно и без, можно на стуле двигаться как-то, ну, и уже будет похоже, что это на стриптиз. В Черкассы я попал благодаря своей супруге. Мы познакомились в 2010 году. В Турции мы работали на контракте, нас поставили в дуэт, в номер. И все. Я, получается, тогда я еще был, учился в институте в России. Ну и первый раз приехал, немного потусовался, пожил. Вот. И в дальнейшем мы продолжали развивать свои отношения. И в 2012 я даже не забрал диплом из института, сразу после Турции поехал сюда. Но если полных посчитать, наверное, не так много, потому что я все время куда-то ездил и до сих пор езжу. А так в среднем где-то 10-11 лет. Я приехал, я помню, искал работу. Мне до сих пор приходит на mail сообщение WorkUA. Фитнес-инструктор, инструктор по полдэнсу. Я искал тогда работу, у меня не было ни друзей, ни знакомых, никого не знал. Новая страна для меня. Я понимал, что мне нравится пилон, я тренировался, чтобы было место, где мне был бы доступ 24/7, и в любое время я мог прийти, потренироваться и творить. Вот. С каштановой аллеей, с долиной роз. Город как культурно развитый в плане тех дисциплин, которые мне вот как раз близки. Это джазовая культура и хип-хоп. А остальное, как бы, да, ну, прикольные места, красивые есть, но самое главное для меня не это, а вот больше то, что делают люди. Сейчас у меня, на самом деле, мы с супругой расходимся, и
я приезжаю, я живу, ну, точно так же все, как и раньше. Ну, я больше приезжаю уже не к ней, как бы, а к сыну. Ну, и частично в России. Бывает, живу в России, бывает, живу здесь. Вот путешествую между двумя странами, что сейчас не очень легко. И в Турции. Ну, мне бы хотелось, конечно... Я продолжаю путешествовать, но не с такой активностью, как раньше, потому что сейчас границы многих стран закрыты, и люди боятся что-то планировать, поэтому в основном те страны, которые более-менее туристические, которые открывают въезд для иностранцев, я рассматриваю вот именно Турцию как самое удобное, красивое, недорогое и безопасное место для того, вот, чем я занимаюсь. Я вообще, если честно, не привязываюсь к стране никакой. Я из-за того, что попутешествовал очень много. И как-то, ну вот, везде есть какие-то плюсы, которых нет в другом месте. И, понятное дело, есть и минусы, которые тоже перекрывают что-то. Но даже в самую плохую, как бы, по репутации, когда ты приезжаешь в страну, все равно ты узнаешь что-то, что, допустим, в твоей стране, которая, типа, считается лучше, этого нет. Наверное, за что можно бороться до конца, это за будущее детей, за своего ребенка. Ну, мне бы было приятно, если бы мой сын следовал моему примеру, но если он выберет что-то другое, я никак не буду этому препятствовать, я максимально даю ему свободу, чтобы он сам для себя определился и понял, что ему больше всего нравится. Вот, если честно, дуэты как-то... не знаю, я раньше выступал в дуэтах, но потом я понял, что как-то это был прикольный опыт, я ему благодарен, но сейчас хочется себя реализовывать только сольно. По образованию я... на самом деле, очень смешно. По образованию я филолог-лингвист. Вот. И вообще должен бы сейчас учить детей в школе иностранному языку. Но так сложилось, что учу, как крутиться на палочке. На самом деле я впечатлительный человек. Я могу как бы и отчасти тоже плакать. Но не так плакать, прям рыдать. Но глаза наливаются и слезятся. Это нормально. Но в основном все, что связано с моими какими-то переживаниями за ребенка. Когда я помню, он обиделся на меня, что я не попал на его день рождения. Ну, прямо так, чтобы плакать, как сидеть и плакать, то нет. Просто бывает момент эмоциональный, который сложно, ну, сдержать эти эмоции, они как-то проявляются. Либо если я сижу на месте, вот меня загнали в угол, и меня что-то спрашивают. Вот как сейчас я тоже немножечко так ощущаю себя. То есть если меня еще побольше поспрашивать, то можно на какую-то эмоцию вывести. И из-за того, что я понимаю, что я должен сидеть, то эмоция будет выходить как-то иначе. В основном слезы — это первый показатель, ну, сильных эмоций, испытываемых вот в данный момент. Ну вот, на самом деле, мне родители никогда не учили, ничему не старались подавать какой-то пример. Ну, в принципе, они сами были примером уже изначально, просто из-за своих поступков, которые они в жизни совершали. Вот. Ну, допустим, наверное, от своего отца я самый такой главный пример, который он, наверное, не собирался подавать мне. Но так случилось, что нельзя привязываться к вещам, к месту. Это больше такая, наверное, буддийская философия. Он, хотя он был вообще священник у меня, христианский, православный христианин. Вот. Но вот он своим примером мне показал, что не то, что нельзя, а то, что круто, когда ты не привязан. Угу. Ну, забить гвозди я точно могу. Клеить обои, ну... На самом деле, вот когда был момент, что нужно было клеить обои, я куда-то уезжал. Я помогал, но мне кажется, если вот сейчас меня одного поставить, то я не буду смотреть YouTube, как это делать. Я просто буду действовать импровизированно. Не знаю, надо проверять. Иногда у меня что-то получается круто, когда я не умею это делать, и вот оно у меня случайно получается. Но последний раз, когда я клеил обои, это, наверное, было очень давно. Вот, а что еще третий был?
Но это я тоже делал, но один никогда. Всегда кто-то рядом находился, кто помогал. Но с этим хреново у меня. Ну, помимо танцев, наверное... Ну, все, что связано с возможностями тела. Ну, как бы это тоже все равно как-то косвенно, наверное, пересекается с танцами. А так, если ума, ну, возможности ума расширять, это языки. Мне очень нравятся языки. Вот, я изучаю, но не так прям изучаю, что... Я вот ходил в Черкассах к репетитору, потому что изначально я учил испанский, когда ездил по испаноговорящим странам. В основном Латинская Америка. Вот, и я впитываю очень хорошо языки, когда нахожусь в среде. Вот, и какой-то у меня набрался багаж, и я понял, что надо его уже реализовать и прям... дать ему какой-то толчок, чтобы я мог прям хорошо общаться. И я, в принципе, уже могу вести класс там, вот на каких-то языках, где я бываю. Я знаю там базовые вещи, руки, ноги, там тело, голова, повернуться, прыгнуть. Вот. Но из-за того, что, опять же, всегда не было времени, вот я там походил, может, 3-4 занятия, потом все время приходилось переносить, и в итоге я понял, что лучше я буду так. Вот. Ну и музыка, конечно, мне очень нравится фортепиано. Но тоже это не профессионально, я просто в удовольствие, когда где есть фортепиано, я всегда стараюсь поиграть. В основном один и тот же композитор у меня только любимый, которого я пытаюсь повторять. Да, ну если смотря как это, как сказать, вот допустим буддизм считается религией, но это не религия. Вот. Религия, наверное, подразумевает под собой верить во что-то, наверное, сильную веру во что-то, что не... нематериальным и как-то не доказано, грубо говоря, то да, я верю в такие вещи. Ну, может быть, разве что, если бы вот только то, что не в моей власти, да, наверное, чтобы открылись границы, начали летать самолеты, как раньше, все подружились, и все было встало на свои прежние места. Если я буду способен дальше делать то, что я делаю, приносить какую-то пользу или вдохновлять, или какую-то, может быть, материальную пользу приносить, то буду это делать, пока не почувствую, что я уже как бы не могу. Я не хочу дойти до момента, когда я буду бесполезен. Вот. И мне кажется, что... Не кажется, а я, в принципе, сейчас это и делаю, просто в последнее время не пощу это. Вот. У меня много есть экстремальных таких вещей, которые я делаю. И мне почему-то кажется, что когда-то произойдет так, вот мне все говорят, вот, а вдруг отвалится там перила от балкона, а вдруг там кирпичик вывалится или еще что-то. Мне кажется, что когда-то в какой-то момент так произойдет, что вот в нужный момент оно само собой. Это не то, что суицидальные какие-то мысли, а оно может так случиться, что когда я свою миссию, грубо говоря, какую-то выполню определенную, и оно так случится, что, может быть, даже как-то получится красиво уйти, вот. Оно прямо до старости, чтобы вот до старости жить, наверное, я бы не хотел. Для меня отдых — это мне не обязательно куда-то уезжать. Мне, в принципе, когда я уезжаю, у меня не ассоциируется с отдыхом, потому что в основном это с работой связано. Для меня просто побыть одному, либо неважно где, там, где меня никто не трогает, мне не нужно ни на что отвечать, и нету никакой ответственности хотя бы в определенный период времени. В ресторан. Фосфат и подошвы. Горы. Мясо. Драма. Ну, вопросы, какие-то вопросы были сложные, но опять же, потому что я, наверное, все усложняю всегда. Не слушайте никого, слушайте только себя, свое сердце. Делайте то, что нравится. И если что-то не нравится, не нужно это делать совсем.